люди задают вопрос, не первый человек, кстати. Похоронили человека, значит, кремировали, урну с прахом. Где хоронить, если нет возможности похоронить? Развеять по ветру, положить эту, значит, урну себе под кровать, положить в сарай, закрыть в холодильнике. Что делать с прахом человека? Развеять. Самый лучший способ развеять. Развеять на ветру. Да, по ветру развеять. С какими словами? Можно, что от сердца пойдет. Тут определенных слов нет. Угу. У каждого свои слова. В произвольной форме что пойдет? Как вот, да? Что пойдет, какая информация от сердца вот выйдет, то и сказать, прочувствовать. Просто вот человек ведь... Он находится в тот момент в осознанном состоянии, в своем процессе делания. Как раз сердце подскажет, что нужно сказать, кому и как. Определенных слов нет, просто от сердца идет все. Понятно. Понятно. Информация. В прахе содержится вся информация. Просто развеять его, да? Прах, наверное. Да, развеять. Ясно. Ясно. Как душа связана с телом? Вот тело похоронили. Сколько дней душа возле тела? У всех по-разному. Угу. Все зависит от тела, от самого человека. Угу. Какую жизнь он прожил, что ему здесь дорого было. За что он цеплялся, за что он держится. Некоторые вообще остаются, не могут уйти, никак не упокоятся из-за того, что им жалко там либо детей, либо опекать начинают детей. Эти детям приходят, начинают их опекать, питаются за счет энергии живых людей, сосут энергию живых людей и сами таким образом здесь блуждают. Как фантомы. Это не зависит от человека. Отпетый он, не отпетый, да, это не зависит. Душа сама выбирает, что ей делать и когда улетать отсюда, правильно? Да, в основном душа сама планирует, выбирает, делает свой собственный. Иногда задерживается на какое-то время. Иногда быстро уходит. Все зависит от человека. От человека, от души, да? Да, от души. Что он при жизни, каким он был. Если он при жизни не был осознанным и держится за свой сундук с вещами. Так возле сундука он и будет продолжать жить, да? Да, он так и будет сидеть возле своего сундука, пока его не заметят и не отправят. Понятно. Или пока ему не надоест этот сундук. Угу. И тогда он уйдет от этого сундука вверх. Понятно. Иногда так и сидит. Веками и выходят, иногда их люди видят. Ясно. Что-то там не пошло не так. Да. Время уходит. Угу. Человека в свое время к поднятию вверх. Он поднимается. Всему свое время открываются специальные, как шлюзы, куда нужно уходить. Угу. За некоторыми приходят родственники, друзья. Забирают, помогают им успокоиться и не переживать ни о чем. Понятно. Хорошо. Некоторые сами поднимаются очень быстро, потому что осознанные, потому что понимают, что смерти как таковой нет. Просто сбросили пальто очередное, и освободились от этой матрицы, взлетают с радостью вверх. Со вздохом и криками «Ура!», да, улетают, да, отсюда. Улетают отсюда с радостью. С этой тюряги. Да. Так и есть, точно. Хорошо. Благодарю. Ну, некоторые ведь, если, например, те, которые не верят в жизнь вечную, они так и столбушками могут лежать. Просто лежат, думают, что они уже умерли, и все, и они не мертвые. Они так могут лежать. Прикидываться мертвыми, да? Да.
И такие вот. Бывают. Вот это да. Здорово. Они все уходят в разные места. Угу. Все зависит, с какими мыслями человек умирает. Там тоже есть свои места, свои ячейки. Каждый уходит в свой мир. Угу. На своем уровне развития. Ну да. Там тоже все идет распределение. Каждому своя ячейка достается. Каждый летит в свою ячейку по уровню своего развития. Что он достиг, какие понимания у него. Идет на свой уровень. У каждого свое гнездо. Что некоторые заслужил, да? Есть ячейки, где лежат все штабелями. Они считают, что они мертвые. Мертвыми, да? Есть ячейки, которые летят в ад по законам церковным. Считают себя, что они заслужили только ад. Туда и летят. С какими мыслями человек умирает? Умирает туда и он и летит. Все. Да. Класс. Человек все решает сам. Никто за него ничего не решает. Круто. Он сам делает выбор. Как здесь вы выбираете себе жизнь, так и там выбираете. За вас никто ничего не делает. Вы сами творцы своей реальности. И здесь, и там. И есть души с намерениями, с намерением слетают сразу. Космическое пространство уходит из этого плана, хотят путешествовать дальше. Улетают в тот мир, в который они хотят быть.